Hi, this is Savannah Saunders from The Wonderful World of Dance, and I am so incredibly honoured to introduce Natalia Osipova, Principal Dancer with the Royal Ballet. Hi, Natalia. Hello. You actually love to be called Natasha. Yes, it's like more natural for me, yeah. So, you're one of the most acclaimed dancers of our time, and you've got a career that has taken you all around the world, and your schedule is completely packed. You've recently had a new documentary launched about you. You are performing a new piece that's coming up, Arthur Peters, The Mother, and you're bringing your own piece, your own gala, I guess you can call it, your own production of Pure Dance to Sadler's Wells. So, before we talk about all of those things, let's go sort of back to the beginnings. Yes. Я начала свою жизнь с гимнастики, куда меня отдали родители. И это было очень большой моей мечтой. Я всегда мечтала стать олимпийской чемпионкой по гимнастике. Но, к сожалению, через примерно 3 года, когда я была ребенком, у меня случилась травма, я упала, и была серьезная травма со спиной. И все советовали, вообще родители не знали, буду ли я ходить, и будет ли все нормально. И в итоге я восстановилась, но и моя мама, и мой папа, и все советовали не продолжать больше заниматься гимнастикой. И моя мама постоянно говорила, что только через мой труп, чтобы ребенок был инвалидом. В итоге они меня забрали, для меня это была просто большая драма. Но в итоге через 2 года они отдали меня в балет, что для меня очень большой сюрприз, потому что я не знаю, почему они вдруг решили, что балет гораздо легче, чем гимнастика. Так, наверное, и свершилась моя судьба, почему я стала заниматься балетом. Наверное, как я у них спрашивала, для них представлялось, что это не спорт все-таки, что это более какой-то такой очень более нежный, более не требующий такой физической нагрузки и риска. Но я вот считаю, что это абсолютно наоборот, травму можно получить буквально на каждом выступлении. Но это в какой-то степени было и очень сложное время, и очень приятное, потому что после школы это было очень сложно попасть в кардебалет, потому что я была одна из лучших учениц, и там очень много всего смешивалось, и зависть, и то, что моим педагогом был директор школы, и все считали, что я незаслуженно как бы попала в большой театр, и было очень такой неприятный момент, но я очень верила в себя и в свои силы, и я просто решила, что я буду делать все, что я могу, до последней капли, и будь что будет, потому что очень многие мне советовали не идти в большой театр и говорили, что это место, наверное, не для тебя, все-таки ты не подходишь по стандартам к этой труппе. Да, и, конечно, была большая удача, что в этот год директором Большого театра стал Алексей Ратманский, который принес огромное свежее дыхание в труппу и какой-то свой, он был молодой в это время, он был на пике, он ставил, он и сейчас молодой, просто тогда он совсем был юный. И это так совпало, что я закончила училище, он стал директором Большого, и он фактически мне с первого, я не знаю, как он разглядел во мне талант, но как-то разглядел, потому что я думаю, что он был глубоко, было сложно увидеть, что я окажусь вот способна в каких-то современных вещах и в новых постановках. И буквально с первых 2 месяцев он стал мне давать сольные партии, все, и наконец-то все как бы шло в гору. Были своих проблем тоже миллион, и с завистью, и с плохими какими-то отношениями среди коллег. Но все стало подниматься в гору, и в итоге он мне на 2-й год моей работы дал Дон Кихот в Лондоне открывать сезон, когда приходит вся пресса. И да, я станцевала и проснулась как бы знаменитой на следующий день. Ну, как Синдерелла, как Солнышко, наверное. Да, я просто думаю, что мне очень повезло, что я очень рано столкнулась с этим совсем. Я уже закалилась очень сильно и на всю жизнь с конца училища, когда я закончила, и мой педагог, директор, то бишь Марина Константиновна Леонова, самый мой, наверное, один из самых моих близких людей, который сыграл в моей карьере самую важную роль. Она мне доверила станцевать «Лебединое озеро», меня не прикритиковал, наверное, только ленивый. Да, это было, может быть, очень еще неубедительно и сыро, и я
сама со смехом смотрю эти записи, но это было настолько жестко, как я потом узнала, что это было не только потому, что я плохо танцевала, а потому что у моего педагога были проблемы там с критикой, у них были какие-то свои разборки, то есть никогда не поймешь какие. Чтобы сделать неприятно ей, как бы люди решили отыграться на мне. И то, что я читала про себя во всех газетах в Москве, это было очень жестко. Это когда тебя сравнивают с уродом, что у тебя огромная голова, что ты профнепригодна, что как бы да, это была очень большая депрессия, было неприятно, но я с этим справилась. Потом, наверное, меня больше уже никогда не задевало ничего. По всей моей карьере было очень много критики, неприятного. Это сопровождает меня до сих пор, но на мне это уже никак не сказывается. Я свой характер получила в детстве, в 16 лет. И я думаю, что как бы на вопрос, если ответить, что помогает, конечно, любовь к своему делу, и всегда оно помогает. Я всегда думаю, что эти люди больше меня понимают и больше любят танец. Я люблю настолько свой танец, насколько это возможно. Не мой танец, я люблю танец как таковой, дело, которым я занимаюсь. И, наверное, вот эта любовь, огромная преданность, она меня всегда вытаскивает. И я просто понимаю, что я без этого жить не могу. А если я не могу, я должна всегда танцевать. А если я должна танцевать, я должна это делать хорошо. Я доверяю своей любви к танцу и интуиции, которая меня ведет в искусстве. Это процесс был не то, что я ушла из Большого в Королевский балет. Этот процесс был то, что я ушла из Большого, потому что меня уже не устраивала жизнь в труппе. По обстоятельствам ушел Алексей Ратманский, в труппе все поменялось, я начала чувствовать, что что-то меня не устраивает, что есть какие-то проблемы. И я просто, у меня было очень много приглашений в другие труппы танцевать, и я просто решила не тратить свое лучшее время на какие-то интриги, скандалы, расследование, просто ушла. И в это же время Владимир Кехман в Михайловском театре предложил мне поработать в то время мне и Ивану с их труппой. И мы остались в Михайловском, 2 года, наверное, мы там были. И в то же время танцевала я по всему миру. И в этот же момент Кевин О'Хара сделал мне предложение приехать танцевать «Лебединое озеро». И я приехала и уже не смогла отказаться от этого предложения. После спектакля он мне предложил остаться в труппе. И я с большим удовольствием приняла это предложение. Ну, я не могу сказать, я потому что буквально вот уже с 20, наверное, 3-24 лет я стала так много ездить по компаниям, что я уже привыкла, я очень много работала как гость и в Нью-Йорке, и в Милане, то есть я очень привыкла встраиваться в компанию, в другую хореографию. Мне было, наверное, скорее очень тяжело то, что я не знала языка, и то, что я абсолютно не понимала, как надо жить в Лондоне, на каких условиях и как это выглядит. У меня не было здесь друзей, и буквально все свое свободное время я проводила в театре, в студии, репетировала, работала. Я очень благодарна. Это время я сделала для меня какие-то замечательные, фантастические работы в моем творчестве. Я сделала, мне кажется, вот спектакль «Жизель», который был с Карлосом Акостой. Это один из лучших в моей карьере как раз этого периода. И даже первый год мне было настолько некомфортно и неуютно, что не было друзей, семьи, никого, что я уже подумала, наверное, может быть, я не права, потому что в плане творчества было здорово, а в плане жизни депрессия все накатывала все больше и больше. Но тут в какой-то момент все изменилось через год, у меня появились друзья, у меня появились компании, близкие люди, и я постепенно начала приживаться, и сейчас даже мысли о том, что я могу жить в каком-то другом городе, нету. А компания – это моя семья сейчас. Just I remember this is Giselle. It's special for me, but I'm really like. Я смотрела просто, я танцевала этот спектакль в классических русских версиях и версии Питера Райта. Я просто не могу. Я думала, что еще я могу открыть для себя в этом балете. И вот в этой версии я открыла себя вообще с другой стороны. То есть я стала другой. То есть изменился рисунок танца, изменилась подача. Изменилось настроение, все, и партнер, и я смогла в этом балете вообще для себя найти что-то новое, удивительное и быть собой наконец-то по-настоящему. А если
если говорить вообще о работах, их очень много. То есть, мне кажется, практически каждая была чем-то особенным. Это, конечно, балеты Макмиллана, как Манон, Джульетта, Анастасия, Майерлинг. Это фантастические роли, все четыре балета. Это, конечно, работы балета Хаштона, Маргарит Терман, это «Months of the Country», это «Dream», это «Тщетная предосторожность» для фильма «Альгарда», «It's amazing», and a lot of beautiful classical production. It's last year we did Swan Lake, Liam Scarlett. I think it's like I'm first time I did Swan Lake so well. I'm so happy to... I don't know, it's like so hard to just one. It's like everybody special. Yeah. Я просто знаю, что я просто для себя открыла совсем другой мир танца, другой хореографии, другого направления. И я очень-очень многому научилась и у педагогов, и у репертуара, и у артистов. Я действительно пытаюсь это прожить. Ну, как бы, я не знаю, для меня это вот единственный способ как бы по-настоящему существовать на сцене, это прожить это по-настоящему. Я знаю, что много артистов тоже так танцуют, некоторые готовятся по-другому, они пытаются очень много деталей собрать. Я знаю, это тоже просто у меня не получается. И я постоянно жду вдохновения, которое ко мне иногда не приходит. Это тоже случается. Ужасный спектакль без вдохновения, к сожалению, у меня не получается прожить. Но когда я проживаю, это получается какая-то фантастика. Это само как-то включается вдруг, и ты вот несешься на этих парах этой энергии, своего какого-то внутреннего света. И для меня это самое фантастика. И ты даже не задумываешься о технике, потому что техника — это тоже там фуэте, прыжки, это просто само собой происходит, а ты просто знаешь, что ты все это можешь сделать вот сегодня и сейчас. И больше всего я думаю, что мне мешает, это нервы. Почему я иногда могу не настроиться, я начинаю так нервничать и сходить с ума о том, что будет на спектакле, и что вот как-то все вот так настраивается, что вот тут вдохновение не приходит от этих нервов. Поэтому я пытаюсь себя всегда успокоиться. Я очень эмоциональная по себе, и я, если я начинаю нервничать, я могу до такой степени это развить в себе, что это начинается как паническая такая атака, которую очень сложно успокоить, и это, к сожалению, вот часто мешает настроиться на спектакле хорошо. Каждый раз абсолютно по-разному, то есть иногда это бывает, что ты просто, я думаю, а вот сейчас я выйду на сцену, и просто, если я танцую с партнерами, с которыми у меня большая связь, как, например, Дэвид Холпер, вот в последнее время, я знаю, что я буду на сцену, посмотрю его в глаза, и все растворится, потому что это будет целый мир, который мне откликается на все. Иногда я просто начинаю слушать музыку, которая меня настраивает на эту роль. Иногда я думаю о какой-то ситуации, истории, которую я видела до этого, и хочу ее рассказать своими эмоциями в спектакле об этом. Иногда я концентрируюсь просто на каком-то свете, который для меня вот как счастье тоже. И я чувствую, что я должна это счастье как бы отдать зрителям. То есть очень много это... А иногда вообще не могу, потому что не знаю почему. То есть вообще не могу ответить на вопрос. Просто какая-то такая сгусток такой какой-то плохой и больной энергии концентрируется, что ты не можешь избавиться от этого, но иногда ты от этого можешь избавиться на сцене тоже. И это очень делает иногда очень сильные драматические спектакли тоже. Mm-hmm. Ну, это самый такой тяжелый момент, вот эта борьба между собой. Потому что для меня я не просто выхожу, как бы сделать техническое движение на сцену. Это очень просто и неинтересно. А я как бы несу какую-то очень сильную энергию. Чтобы ее нести, мне надо настроиться. А чтобы понять, что и как, это всегда вопрос такая, как я называю, борьба сама с собой. Для меня вот чем я старше, тем сложнее. It's not easy, of course. Yeah. It's like did the incredible classical ballet or really clear and beautiful. It's not easy, it's top. Yes. But I tell just about my feeling, it's like a little bit boring for me. It's like I try to be like every step to be live. Yeah. Ну, чтобы они жили, мне нужно такую внутреннюю работу проделать самой собой,
что это иногда очень сложно и очень много внутренней энергии требует. А если я этого не делаю, то вот как раз и выглядит вот этот ужасный такой робот, который на сцене двигается. Еще плюс к тому, что я бы еще не назвала себя очень сильной в классическом танце, поэтому для меня я должна что-то делать спешл, чтобы быть интересным зрителю. Ну, это такой тоже был, наверное, вызов в какой-то степени. Я очень доверяю и люблю Артура, потому что просто, ну, вот так мы совпали с ним и по ощущениям, и мы друзья, и я просто его очень люблю, и мне близко все, что он делает. И он сам предложил эту работу сделать, и я прочитала, когда эту сказку, это показалось очень... Ну, как бы я сказала сразу «да», но подсознание подумала, как я это буду играть, если я никогда не была матерью и никогда не знала этого чувства. И для меня очень там было много религиозного в этом, то есть у меня были вопросы к этой истории, и вообще не могла представить, как он это поставит и как это должно выглядеть. Но сразу сказала «да», потому что очень ему доверяю и люблю. А готовилась это... Никак не готовилась. То есть мы собрались всей компанией на месяц в студии и вместе работали, искали, и ставили. И с процессом этой работы проходил характер, приходило ощущение. Просто это вот замечательно, когда такие талантливые люди, как Джонатан, Артур, музыканты наши. И мы просто вместе создали этот мир, наши характеры. То есть мне не надо было что-то делать специально. Мы сами это вот вместе создавали. Да, и первый раз, наверное, когда мы сделали run, то есть мы прогнали спектакль, я уже поняла, как бы, кого я играю, и какие моменты кульминационные, и что важно, и как я должна, это очень важно, потому что сначала я вообще как-то вдруг в себя в какой-то момент не верила, я думала, что моя роль я не смогу сделать, вот Джонатан, он там переодевается, и у него столько всего разного, а я вот хожу и страдаю только целых полтора часа, и я думала, как я это же очень сложно, как я это сделаю, а потом вот, когда мы начали прогонять этот спектакль, я уже начала чувствовать и понимать, как его надо играть, и очень здорово, как бы, конечно, это не классический спектакль. Конечно, это танцевальная драма. Я даже бы не сказала, что это танцевальный спектакль. Скорее, это история, которую мы рассказываем посредством движений. Но интенсивность вот того существования, она вот для меня еще тяжелее, чем в классическом спектакле. Потому что я понимаю, что если я буду просто стоять и ничего не чувствовать, то есть это заметят сразу же все и уйдут как бы со спектакля. Там я не сделаю красивый прыжок, и все скажут, ой, как замечательно. Yes. И это, конечно, отзывается потом, потому что вот последний раз потанцевали в Москве три спектакля, и я приехала в Лондон на следующий день, и просто я всю неделю не могла просто с кровати встать, то есть мне надо было работать, танцевать Ромео и Джульетту, а вот мне такое ощущение, что даже до сих пор еще отголосочки этого спектакля как бы происходит. Тяжелый, правда, очень спектакль, и как бы правда, это получается вот для меня психологически, ты фактически допускаешь эту ситуацию в своей жизни, когда ты на сцене это играешь, это очень тяжело, и я даже вот, когда уже несколько раз танцуешь, ждешь каких-то моментов, и я думаю, ну пускай это не случится, потому что я прям ощущаю, как я сейчас опять это буду ощущать. И, ну вот зачем-то надо, значит, зачем-то это надо, вот это испытать, вот, потому что в конце спектакля я чувствую, что мне вот надо это испытать, и вот это зрителю рассказать. Мы же не только о любви должны, а о хорошем рассказывать, есть какие-то вещи... И о любви матери к ребенку, и что она готова пройти столько и всем пожертвовать, что только можно. Самым, наверное, да, ну, самое, наверное, такое глубокое чувство — это любовь матери к своему ребенку. И почему нет? Почему не рассказать такую историю тоже? Для меня, по крайней мере, я абсолютно очевидна, что... Потому что многие говорят, зачем вы вот такую чернуху на сцену тащите? А, наверное, ну, чернуху, чтобы увидеть какой-то просвет и понять, насколько прекрасна тоже бывает жизнь и насколько фантастически любовь матери к своему ребенку. Ну, для меня, наверное, вот такой момент.
Ну, я думаю, кто меня знает, вообще не сюрприз это, конечно. Ну, как бы знают, что я очень отчаянная, и у меня очень много, то есть во всем контраста, и люблю драму очень сильную, и сильные роли, и, конечно, это как бы самое то вообще, я думаю, ни для кого не сюрприз, что... В принципе, я уже очень много тоже в современном танце работаю, и много работаю с Артуром для меня, и мы создаем, то есть делаем creation вместе. Там нету чего-то очень такого сложного. И с Джонатаном мы нашли уже общий язык, потому что это тоже не первая работа. Хотя, конечно, современные танцовщики, они танцуют гораздо лучше меня, это все, но я уже тоже уже подхватывают где-то рядом, и эмоционально мы вообще на одной прекрасной волне. Самое, наверное, тяжелое, там столько всего отчаянного в этой истории, я как сумасшедшая постоянно бросаюсь на пол, ползаю на свои колени, там бегаю, прыгаю, что после спектакля у меня такое ощущение, что меня как бы побили, избили очень сильно, то есть у меня все тело в синяках, все колени разбиты, все в царапинах, все мышцы как бы вздуты, и это, конечно, опасно, что просто можно колени и все вещи повредить для классического балета, потому что я это делаю очень отчаянно, и я даже сейчас думаю, что мне надо поберечься, потому что последний раз, правда, мне страшно на себя было в зеркало смотреть, на свои ноги. Ну а что я потом смогу делать, когда мне там будет уже... Я вот это не понимаю. То есть смысл то, что а вот сейчас я не могу классику танцевать, давай-ка я, старушка, займусь чем-то полегче. А это не легче, потому что это совсем не легче, если вы хотите танцевать такую хореографию физически сложную, как там, например, Ахатна Харин ставит, или Форсайт, очень много как бы такой хореографии. То есть это невозможно. То есть ты это можешь сделать, если посмотреть, как танцуют контемпори танцовщики сейчас молодые, это же феноменально просто. Им позволяет физика это делать. И что я смогу делать, это просто так сказать, ой, ребята, я так просто занялась, потому что я уже классику не могу, нога у меня не разворачивается. Нет, это как бы это вопрос, все считают, что вот они этим занимаются, потому что они... старые становятся, не могут танцевать классику, переходят в современный, но это никогда на том же уровне, это не может быть, если ты старый, начинаешь это делать. Это как бы якобы контемпори выглядит, это единица, может быть, только Сильви Гилем это делает фантастически, никого больше я не видела, чтобы это было похоже на контемпори или на что-то интересное. Неоклассику я вообще не воспринимаю, когда вы одеваете пуанты и просто начинаете закидывать ноги в разные стороны, это сомнительно выглядит. Поэтому этому надо учиться, если ты это любишь, я учусь и пытаюсь это сделать, пока мое тело это позволяет. А почему? Потому что я хочу, мне это интересно, я не могу как бы без этого, мне скучно танцевать только классику. Да, и я еще говорила, что я очень не люблю, когда за современный танец, за контемпори выдается танец, когда мы одеваем пуанты, начинаем закидывать ноги как растяжка и представлять, что это вот такой современный контемпори танец. Для меня это ужасно скучный язык, и мне кажется, по этому пути танец не должен развиваться, это очень неинтересно. Опять же, несложный вопрос для меня, когда мне предложили опять сделать вторую программу в Садлерс, я подумала, а что бы мне хотелось? А мне бы хотелось совместить вот все жанры, которые я люблю, и показать, что это возможно танцевать, во-первых, во всех этих жанрах одной танцовщицы, и о том, что я просто люблю танец, что мне не надо говорить, что, например, контемпори — это не танец, да, вот некоторые балетные такие, ой, это не там, ну что это. Или некоторые говорят, ой, опять это скучная какая-то классика, которую невозможно смотреть. То есть мне просто хотелось совместить это все и показать, неважно какой стиль, неважно что, это просто танец. Но это дело вкуса, это как бы неплохо, не хорошо, это просто люди, кто на чем воспитан, это дело вкуса. И просто, конечно, этот вкус нужно развивать и прививать публике, чтобы они открыли для себя мир танца глубже и шире. Да, мне очень понравилось. То есть я очень критичный человек, особенно к тому, где я. Единственное, мне было очень интересно смотреть, особенно там очень много прекрасных людей, которые меня окружают, танцовщики, репетиторы, хореографы. И
единственное, что это, конечно, мой ужасный английский, который просто, мне кажется, все подумали, что я просто идиотка, не могу никак выучить, но я не знаю, я просто, это какая-то привычка, я никак не могу просто начать разговаривать. Мне кажется, что это недостаточно глубоко, что я не могу выразить то, что я хочу сказать. Это вот как бы вот такой, наверное, первоисточник. Это единственное, наверное, что не понравилось. Я не знаю, я не могу сказать там какие-то такие места, которые мне просто, мне очень понравилось. Я никогда, ну, как снята репетиция, потому что я никогда не видела себя, как я выгляжу на репетициях. Очень интересно просто наблюдать за самой собой, как ты обращаешь внимание на замечания, на свое какое-то смешное лицо, которое там что-то пытается в зеркале увидеть во время репетиции. Я, наверное, больше всего понравились моменты, когда сняты репетиции, потому что это как раз тот момент, когда я могу на себя со стороны посмотреть. There was a lovely scene, actually, that I remember where you're rehearsing and the entire company is pretty much in the studio trying to squeeze in the door to watch you. What, that must feel quite wonderful. Ну, смотреть, да, вообще как бы танцевать в такие моменты очень тяжело. Гораздо проще выходить на сцену и на спектакль к зрителям или вести какие-то репетиции, а когда в зале такая концентрация народу, и ты первый раз исполняешь эту роль, и все сидят как бы с таким вниманием, и ты чувствуешь каждую энергетику, это какое-то жуткое ощущение, я терпеть не могу, и очень всегда пытаюсь этого избегать, таких репетиций. Я очень часто подворачиваю ноги, падаю, потому что очень чувствительна к чужой энергии. Не все сидят как бы со счастливыми лицами и желают счастья, к сожалению. Ну, правда, к сожалению, так случается. Танцуем мы очень открыто, потому что мы отдаем в этот момент, и ты очень восприимчив к тому, как люди на тебя смотрят. Я иногда просто вот затылком чувствую, где вот этот плохой энергетический посыл. И да, меня очень часто бывает, я начинаю как бы спотыкаться, что какие-то вещи странные происходят. Поэтому я очень пытаюсь всегда избегать таких репетиций, не люблю, честно. На сцене гораздо легче концентрироваться. Как бы, да, в зале это... При таком количестве народу сконцентрироваться, ты не знаешь, за что зацепиться, как бы просто. Я предпочитаю всегда репетировать со своим педагогом и с партнером, и я очень не люблю, когда приходят и кто-то смотрит мои репетиции, и я не люблю делать никаких прогонов перед спектаклями, я предпочитаю просто выходить на сцену и танцевать. Действительно, выходных практически не бывает, очень мало, и все как бы очень много концентрации, всего очень разного вместе, но это то, что я люблю, мне как бы это мой стимул в жизни сейчас, то есть это то, что мне интересно. Бывают, конечно, моменты, я очень устаю, ругаюсь, очень злюсь на себя, что я так много на себя беру, но я все равно, я счастлива в этом. И я, когда у меня есть свободное время, у меня как бы сейчас очень... как это сказать, прекрасная, ну не семейная жизнь, ну можно сказать семейная жизнь, да, то есть у меня чудесные собаки, у меня чудесный бойфренд, и я все это время стараюсь проводить вместе с ними, даже дома валяться, это так огромное счастье. Ну, сейчас вообще, мне кажется, все танцовщики танцуют гораздо больше, потому что есть физио, есть уже столько препаратов и всего, что вот очень много даже танцовщиков и танцовщиков за 40 и выглядят, и танцуют так, как там 30-летний. Поэтому я очень надеюсь, что я еще долго протанцую, не буду загадывать, но что это еще будет столько же, сколько я протанцевала. А дальше я никогда, у меня нету желания учить кого-то, у меня никогда такого не возникало, потому что мне кажется, я все очень много против школы делаю и очень много всего меняю, что я думаю, я не самый полезный человек для того, чтобы учить кого-то. Но вот креативность и работа с людьми, это, конечно, создавание проектов. Я хотела бы, я мечтала создать свою компанию, которая будет сочетать очень смелый экстремальный репертуар и сама заниматься как бы артистической деятельностью. Это, наверное, в идеале то, что бы я хотела делать. И собрать очень интересных, неординарных людей вокруг себя, чтобы мы могли вместе еще очень долго что-то такое творить, создавать. И у меня очень много такое ощущение, что сейчас появляется людей вокруг меня, с которыми, я думаю, я продолжу работать, и мы будем вместе все это как бы пытаться создать. Не знаю, в какой стране, посмотрим, как получится.
Да, ну вот именно сейчас сколько 30, я понимаю, что уже надо сейчас этим начать заниматься, чтобы это уже развивалось, и, наверное, это будут сначала проекты просто для себя и для какой-то группы танцовщиков, которые, я очень надеюсь, перерастут в компанию, что будет очень много доверия ко мне людей, которые помогут мне в этом, и да, ну вот так вот, такие мысли. Нет, ну вообще, как бы, я считаю, что очень прям дурацко какие-то советы, вот, а давай вставай, иди там на класс, или там всегда там говори спасибо этим, это как бы глупо, я вот так вот не рассматриваю никогда вопросы, при том, что еще все настолько индивидуальны, если люди имеют свою индивидуальность, они всегда сами знают и находят правильный путь для себя, но все же, наверное, это, конечно, это нужно хранить, сохранять любовь к тому делу, к своей профессии, которой ты занимаешься. И все-таки момент, когда тебе хочется сказать, что ты не можешь, все-таки сказать себе нет. Ты не можешь, ты не хочешь. Что нужно как бы работать и всегда переходить, наверное, через себя чуть-чуть больше сделать, чем ты можешь. Вот это вот то, что как бы чем я руководствовалась. И, конечно, вот эта вот страсть и любовь к тому, что ты делаешь, ее надо поддерживать, чтобы она не затухала разными экспириенсами, людьми, впечатлениями. Всегда надо развиваться, надо читать, надо смотреть, надо увлекаться, иначе ты просто учиться всегда надо, учиться продолжать всему. Thank you so much, Natasha. That was absolutely amazing. And just a bit of a shout out for the dates. The film Force of Nature, Natalia, showing in the UK cinemas until the 1st of August. I've seen it, go and see it, it's amazing. And The Mother is on at the South Bank from the 20th to the 22nd of June. And then, of course, we've got Pure Dance coming back to Sadler's Wells, 22nd to the 26th of October. And don't forget to follow Natalia on Instagram, Natalia_Osipova_official. Although she doesn't post quite as much as everybody else because she is too busy. Oh, yes. Thank you. Thank you.